لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Дальше Всевышний Аллах Субхана Таля говорит в 28-м аяте Каулиху Азза Ваджаль, Всевышний Аллах говорит: «Ля яттахизиль муминин аль кафирина аулия мин дуниль муминин». Верующие не должны считать неверующих своими друзьями или своими помощниками, друзьями вместо верующих. То есть запрещено верующими дружить с неверующими. Каль ибн Аббас, абн Аббас говорил: «Кан аль хаджач ибн Амр ва абн Аби Хукайк ва Кайс ибн Зейд Ябтунуна бина фарин мин ансар ли яфтинуху мандинием». Аль-Хаджач ибн Амр и Вабну Аби Хукайк и Кайс ибн Зайд скрыто дружили с некоторыми ансарами для того, чтобы внести им смуту в их религии, то есть отвратить их от религии ислам. Каля Рифай ибн Мунзир, тогда Рифай ибн Мунзир, Абдулла ибн Джубайр, Саид ибн Хайтама, Лиуля и Канаф рассказали, тем сказали, тем сподвижникам из числа ансаров: «И чита не буга уля ягуд, держитесь подальше от этих иудеев. Ляев тяну на кумандинькум, смотрите, чтобы они не стали причиной фитны для вашей религии. Фаба уляйка нафар, илля мубата натагум». Однако отказались эти люди и продолжали с ними дружить скрыто. Фанзаля Аллаху тааля газиля, и Всевышний Аллах поэтому не спасал эти аят. Вакали мукатель назалят фи Хатиб ибн Аби Балта у гайри. Эти аяты были не спосланы по поводу Хатиба ибн Аби Балта и подобных ему. Вакану ювируна аль мавадда ли куфар аль Макка, так как они показывали любовь свою к жителям Мекки. Вакали аль-кальби, историю Хатиба вы все прекрасно помните. Вакали аль-кальби ан Аби Салих ан ибн Аббас, кальби передал от Абу Салих от Абдулла ибн Аббас радиллаху назалят фи мунафикин. Этот аят был не спослан по причине лицемеров. Абдулла ибн Убай, Абдулла ибн Убай у асхаби его товарищи кану яталлауна аль-яхуда валь-мушрикина ва ятуна бил ахбар. Они дружили с иудеями и многобожниками и постоянно им рассказывали про мусульман. Варджуна ан якуна лахум зафар ля расуль ля саллаллаху алейхи. И они всегда желали, эти мунафики, чтобы иудеи и многобожники взяли верх над посланником Аллаха саллаллаху алейхи. Фанзалиллаху хазиль ая, Всевышний Аллах послал эти аяты. Ванахаль муминина ан мисли фи'лихим, запретил верующим делать, поступать подобным образом. Вакаулю тааля, дальше Всевышний Аллах говорит: «Ва май яфаль залька», а тот, кто поступает так, то есть дружит с неверующими, а ему валятель куфар финакль ахбар, то есть дружит с верующими и сообщает с неверующими и сообщает им о вестях мусульман, уайдвари им аляуратель муслимин, и сообщает им о всяких открытых, то есть о слабых местах мусульман, фаляйся мин Аллахи фишает, он не имеет никакого отношения к Всевышнему Аллаху. Айляйся мин дини ляй фишай, не имеет отношения к религии Аллах. Сумма Тафна, потом Всевышний Аллах Субхану Аталию упомянул исключение и сказал: «Илля антаттаку минхум тука», за исключением тех случаев, когда вы действительно опасаетесь их. «Яни илля антахафу минхум махафа», то есть если вы боитесь их. «Маналяй», то есть смысл аята: «Инна Аллах нахай мумининан муалятель куфар мумдаганати мумбатанати». Всевышний Аллах Субхану Аталию запретил верующим дружить с неверующими, льстить им и дружить с ними тайно. Если только они не будут находиться в той местности, где куфар, неверующие люди, одержали победу или же у них власть. Или же если верующие живут в той местности, где живут неверующие и боятся неверующих, и поэтому могут говорить им что-то, то есть льстить им только языками, при том, что в сердцах их должно спокойно находиться вера. И они это делают только для того, чтобы защитить себя. Мингариан ястахилля даман хараман. Однако, чтобы они все это должны делать только в рамках того, чтобы не дозволить чью-то запретную кровь. А умалиан хараман, или не сделать дозвольным запретное имущество. А у юзера или куфара, или урати мусульмин, не должны помогать неверующим, рассказывая о слабых местах мусульман. Вот такияту ля такуну илля махау филкатл вассалям атине. Это у тебя бабит, граница. Такия, то есть вот скрывать, дозволено только когда мальхауфкатль, если тебя, ты боишься, что тебя убьют, вассалям тени, и твое намерение правильное. Твое намерение правильное. Кали Аллаху Тааля, Всевышний Аллах говорит, илля манукри ва кальбу мутмаинну билиман. Как в другом аяте Всевышний Аллах говорит, кроме тех, кого принудили, но в его сердце спокойно
то есть твердо стоит вера. Сумма хаза рухса, то есть это является рухса, как бы послаблением. Фаляу сабара хатта кутил, но если даже человек проявит терпение, даже если это придет к его смерти, фаляу аджру навим, ему будет огромная награда. И поэтому, чтобы люди, то есть когда услышали про эту рухсу, не открывали себе форточку, не открывали окна, как говорится, на все. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ Всевышний Аллах. Аллах предостерегает вас от самого себя. أَلَا مُوَلَاتُ الْكُفَارِ То есть запрещая вам дружить с неверующим, وَرْتِكَابِ الْمَنْهِ Делая что-то запретное, وَمُخَالَفَةَ الْمَأْمُورِ Оставляя за то, что приказано вам. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ К Аллаху предстоит ваше прибытие. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Дальше Аллах говорит, قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ Скажи, если вы скроете то, что в ваших сердцах, айкулюбикум и мавадль куфар, то есть если вы скроете ту любовь, которая находится в ваших сердцах к неверующим, аутубдугу, или же если вы обнародуете это, мин муалятим, то есть о том, что вы дружите с неверующими, каулин ва фиалин, обнародуете это своими словами и делами, и алямгуллах, об этом знает Всевышний Аллах. Вакаль кальби, кальби сказал, ин тасурру мафи кулюбикум ли расул ля сасам ин тагдиб, если вы скроете то, что вы не верите, то есть то, что в ваших сердцах из неверия к посланнику Аллаху сасам, а вот уверу или явно это покажете, бихарби его китали, воюя с ним, и алямгуллах, Всевышний Аллах об этом знает, ваяхфазу алейкум, и сохранит это для вас, хатта юджазикум би, пока вам не воздаст за эти ваши поступки. Сумма каль, потом Всевышний Аллах говорит, ваяляму мафис самавати, ва мафил ард, Всевышний Аллах знает обо всем, что на небесах и обо всем, что на земле. Я не закана ляих ва алейхи шайм фис самавати ва ля фил ард. То есть если от Всевышнего Аллаха ничего не скрыто из того, что в небесах и на земле, факайфа яхва алейхим ва ля тукум куфар, как может быть от него скрыта ваша дружба с неверующими? Ва майлюкум ляихим бил кальпи, то, что ваши сердца склоняются к ним. Валлаху аля кулли шайин кадир, Всевышний Аллах над каждой вещью мощен. Получается, если когда барон находится среди куфар, лучше будет не вестить и не дружить, да? Да, даже находясь среди неверующих, тебе нельзя, если только тебе это не грозит чем-то. Сам по себе ты должен быть, найти таких же верующих, как ты сам. А основа это что? Сделать хиджру, баракалуфик. Потому что ас-сахибу сахиб. Арабская пословица говорит, ас-сахибу сахиб. То есть твой товарищ, он тот, кто тебя тянет. Если ты будешь находиться в среде неверующих людей, дружить с неверующими людьми, они тебя потянут. Они тебя потянут в свое неверие. Они обязательно потянут в свое неверие. Вот дуляу такфуру на кама кафару. Всевышний Аллах говорит, они желают, чтобы вы стали такими же неверующими, как они. Фатакунуна сава, и тогда вы будете одинаковыми. То есть любой неверующий, братья, хочет, чтобы ты был таким же неверующим, как он. И тогда вы будете одинаковы. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه Валлаху рауфу биль-ибад. Всевышний Аллах говорит, каулю тааля, яума таджиду куллю нафсин. В тот день, когда каждая душа обнаружит нас, яума, то есть пришло здесь яума. Начинается яума с какого положения? Нас, кто знает арабский язык. Биназа их харфи сифа, то есть так, как здесь убран какой? Харф хафт, а фи яумин, в тот день. Вакиля бидмари фиаль, да, зар. Вакиля бидмари фиалин, то есть как будто здесь подразумевается глагол ай узгуру ват таку яума таджиду куллю нафсин. Вспомните и бойтесь того дня, когда каждая душа обнаружит ма амилят мин хайрин мухдара, обнаружит все то добро, которое она совершила. Валям юбхас мин гущай, ничего не будет убавлено из этого добра. Камакал Аллаху Тааля, как Всевышний Аллах говорит, ваваджиду ма амилю хадра, то есть в другом аяте, и они обнаружат перед собой все, что совершили. Вама амилят минсу, дальше Всевышний Аллах говорит, а то, что она совершила из зла, джаля баду мхабаран фимауды нас.
То есть некоторые люди, баракаллаху фикум, говорят о том, что это хабар, по идее, должно здесь у тебя что, как мауды насп, имеется в виду фимахалли насп. Ай, то есть как будто бы это продолжение предыдущих слов. То есть получается как? Яума таджиду куллю нафсин ма амилят мин хайрин мухдара ва ма амилят мин су. В тот день, когда обнаружит каждая душа то, что совершила из добра и то, что совершила из зла. Вот тут предложение заканчивается. Ай таджиду мухдаран ма амилят мин хайрин ва шар, то есть обнаружит все, что совершила из добра и зла. Фа тусарру бима амилят мин хайр, и будет обрадовано тому добро, которое будет радоваться тому добро, которое совершил. Ваджаля бадум, другие же сказали, что здесь хабаран мустанафан. Нет, здесь новое предложение. То есть как будто аят закончен слова в тот день, когда обнаружит каждая душа все, что совершила из добра. Предложение закончилось. Теперь новое предложение начинается. А то, что она совершила из зла, как будто новое предложение. Вот далилю газа тауил карату бнимасуды, доводом тому является это тауиле, то, как это читал Абдул-Намсуд, сказал, вама амилят мин су, а то зло, которое она совершила, вот для ванна байнава байнава амадан байда, то она будет желать, о, если бы, то есть, что касается зла, которое она совершила, то и захочется, чтобы между душой этой и между ее злодеянием было огромное расстояние. Там в конце усреднего, да, дальше. Да. Тавадду-ляу анна байнага, она желает, чтобы между ней, ай байна нас, между душой, ва байнагу и между яни, ва байна су, между этим злом, амадан байда, было огромное расстояние. Хали судьи сказал, маканан байдан, то есть далекое место, чтобы его дела от него далеки были. Вакали мукатель, мукатель сказал, кама байна аль-машрику валь-магриб, валь-амаду аль-аджль, как между востоком и западом. И под амадом подразумевается срок. Валь-гайяту ляти юнтага иляйга, и конечная точка. Вакали хасан, то есть вот самый, где конец, вот туда, вот сам, вот где вот там конец, вот где там заканчивается свет, вот там, чтобы его плохие дела были, а его душа здесь была. Аль-Хасан сказал, «Ясурру ахадухум алля ялка амалиху абадан». Один из них пожелает, чтобы вообще никогда не встречать свои дела. «Вакиля явадду анна гулям я амальгу». И будет желать, о, если бы я не делал эти дела. «Ваюхаддиркум Аллаху нафса». Всевышний Аллах говорит, и Всевышний Аллах предостерегает вас самим собой. «Валлаху рауф». Вас от самого себя. «Валлаху рауфум биль-ибад». Аллах сострадателен рабам. Братья, вы заметили, что Коран, субханалла, не то что тафсир на каждый аят. Каждое слово подразумевает под собой огромное количество знаний. Каждое слово подразумевает под собой, или же несет под собой огромное количество знаний. Поэтому, Аллах, если Всевышний Аллах Субхану проявил тебе милость, ты изучаешь тафсир книги Всевышнего Аллаха Субхану Таля, знаешь, что это из милости Всевышнего Господа Субхану Таля, из дозволения Аллаха Субхану Таля, из тех признаков, что твое сердце не запечатано. Если ты баракаллаху фикум в исламе и видишь, что ты вообще никогда не изучаешь или не изучал слова Всевышнего Аллаха Субхану Таля, то есть их толкование, то есть вероятность, что твое сердце просто-напросто запечатано. Всевышний Аллах сказал, фаляйта дабарун аль-Куран, амаляку любин аль-фалюм. Неужели они не задумываются, не размышляют над Кураном? Или же на их сердцах замки, то есть замки имеются в виду, их сердца запечатаны. Поэтому, баракаллаху фикум, если ты не хочешь печать, чтобы твое сердце было запечатано, а запечатанное сердце, никакое благо не заходит, братья. Баракулуфикум, обязательно изучай книгу Всевышнего Аллаха Субхану. Я побуждаю, дай Аллах, чтобы мы закончили тафсир. Если кто раньше на это не обращал внимания, начните с сегодняшнего дня. Вот как появляется баракулуфикум новая запись, как вы ее прослушали, перед тем, как появится следующая запись, постарайтесь выучить. И представьте, этим самым вы объедините между двумя добрами. То есть баракулуфикум получается, и выучите, и будете знать тафсир. Смотрите внимание, субханаллах. Да сколько вот удивительных слова Всевышнего Господа, субхану таля. Если человек, как сказал Всевышний Аллах, афаляет адабарун аль-Куран, почему они не задумываются над Кураном? Афаля ятадабарун аль-Куран, ам аля кулубин акфалуха.